продолжаю вопрос-ответ. И очень много поступает вопросов о самооценке. Пониженная самооценка, почему женщина не любит себя, почему не уважает себя, почему об женщину все вытирают ноги, почему ее используют, ну и прочее, и прочее. И как всегда мы идем в регресс, делаем проработку и находим причину, когда, в какой момент заложилась эта проблема, этот затык в жизни женщины. Это бывает у кого-то в годик, у кого-то в два, у кого-то в три, пять, шесть. Ну, в среднем все проблемы закладываются, все травмы от 5 до 7 лет, в зависимости от развития ребенка. Мы возвращаемся в прошлое, находим момент и меняем негативную ситуацию на позитивную. И как следствие женщина меняется, она начинает себя любить, она начинает о себе заботиться. Но это не та забота, чтобы сделать маникюр, сходить в салон на массаж и прочее. А внутри женщина мертвая, женщина не любит себя, женщина жертва, там много всяких разных моментов. Но 99% одно и то же, плюс-минус разные какие-то нюансы, да? И когда только изнутри женщина поменяется, только тогда вовне, в физическом, да, мире, так скажем, могут быть изменения. Самостоятельно убрать эти затыки не получается. И многие уже из вас в этом убедились. Никакие не срабатывали тренинги, никакие психологи не помогают, аналитики. Ничего не помогает. Это работа только с подсознанием. Только сессия, регресс. И только чтобы изменить настоящее и построить счастливое будущее, по-любому нужно вернуться в прошлое, найти проблему, поменять, заменить и уже двигаться дальше. А по-другому не получится. Вы уже все пробовали, вы уже все знаете. Ну вот так вот.